Здравствуйте, дорогие друзья! И сегодня я хочу с вами поделиться рецептом сметанно-творожного крема, который может стать отличной альтернативой крем-чиз. Он имеет очень хорошую плотную консистенцию, отлично держит свою форму. Ну что ж, не буду вас томить, давайте будем начинать. Для крема нам понадобится 200 грамм сметаны жирностью не менее 25-30%, 200 грамм сливок жирностью от 33%, также 150 грамм творога жирностью от 9%. Чем жирнее, тем вкуснее будет ваш крем. И 150 грамм сахара. Для начала смешаем творог с сахаром и добавим еще 2 столовые ложки сметаны из общей массы. Теперь все это хорошо пробиваем блендером до однородной консистенции. Вот такая приблизительно она у вас должна получиться, слегка жидковатая, но это абсолютно нормально. Оставшуюся сметану смешиваем с нашими сливками и взбиваем до устойчивых плотных пиков. Если вы не уверены в качестве своей сметаны, то предварительно предлагаю вам отвесить ее на марлю, для того чтобы вышла лишняя сыворотка, тогда ваша сметана со сливками точно взобьется. Теперь объединяем наши массы и вымешиваем лопаткой до полной однородности. Можно это делать, конечно, и миксером, но я, честно говоря, советую вам сделать все-таки лопаткой, потому что тогда крем опадет как можно меньше, и он будет более устойчивый, гладкий и эластичный. Данный крем имеет очень нежный творожный вкус и отлично подходит для прослойки тортов. Благодаря своей плотной консистенции он отлично держит форму и не течет. Вот такой в итоге получился у меня крем. Надеюсь, что данный рецепт вам понравился и вы поставите мне свои лайки. Также, конечно же, буду ждать ваших комментариев. Ну и как всегда, если вы были сегодня со мной впервые, значит обязательно подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не упустить новых видео. На сегодня все. Всем пока-пока!